Эти солидные люди только здесь ведут себя как дети. Маленький уютный винный бар-ресторан, место почти семейное. Собираются по вечерам, знакомятся, обсуждают биржевые котировки, делятся секретами и рождают новые проекты. За бокалом хорошего вина знают ему цену и могут по запаху раскрыть букет. Очень нравится это вино. Это, конечно, замечательный твой выбор. Здесь понимают, что такое флют и флёр, чем поднимать бокал за праздники и встречу, что пить в начале ужина, во время и в конце. Культура питья хоть и медленно, но шагает по стране. Она, к счастью, начинает появляться в нашей стране. К счастью, есть большое количество людей, которые относятся к вину как, наверное, к поступку. Заменяют предыдущие свои привычки на более эстетские, на вина, на шампанские вина. Сегодня за столом разговоры сплошь о шампанском. Атмосфера приглушенная, настроение приподнятое. А Владимир Басов, сомелье-ресторатор, уточняет, это только в России шампанское новогодний напиток. На родине во Франции любое торжество начинают и заканчивают им и женщины, и мужчины. Шампанское – это напиток для всех. И это напиток с не очень высоким содержанием алкоголя. Его можно достаточно легко пить во время всего вечера. И мне кажется, что это большое преимущество его перед всеми остальными. Шампанское сочетается практически со всеми закусками и горячими блюдами, но особенно с морепродуктами. В мире более 4000 производителей игристого вина, а в России знают лишь 5-6 из них. Все, что больше, проблема выбора. Самая яркая подсказка, как всегда, цена. Я не призываю там за очень дорогие вина, да, но нужно понимать, что шампанский метод, он достаточно сложный в производстве и имеет достаточно большие трудозатраты, и оно, в принципе, не может быть очень дешевым. Под занавес эстетствующая публика заговорила о разумном, добром, вечном. Вспомнили, как впервые попробовали лимонад для взрослых и как сами стали взрослыми. Романтический напиток, он очень быстро пьянит, наверное. Легко пьянит. Ну, легко, но и быстро. Вот. И он придает какой-то шарм, какое-то ощущение внутреннее такого радости, счастья. Удовольствие. С наступающим!